Я поставил шамана к меликам. Поехали защищать тихонечко гриб по одному коню. Мы вообще, блядь, били, знаешь, как там этот. Вообще просто в одной метке стояли, нахуй, и все. И пиздец. И получалось, мы первую фазу стояли, вторую стояли. Ну это видишь, как фортанет, он же по-разному тоже бегает, блядь. Ну, у меня видос на ютубе есть, там где я запало был, вот на... На, блядь. Какое сейчас КД, блядь, я что-то запутался в днях. Вот на этом КД, да. В пятницу, получается. Вот, и я... Ну, вот этот вихрь, который на второй фазе он крутит, он его, получается, делит. Ну, в описании вроде как должно написано быть, что он делит дамаг. Между всеми, кто в нем стоит. Ну, вот. Тогда. Да там шаман не забывай ставить. Вот, и вы, получается, стояли... Ушел тут... я счастливый. Просто стояли, делили его, блядь. А на первой фазе вообще не диспелили духа. Просто захиливали, блядь. Сегодня был ДЦ хороший, типа, мы сегодня диспелили, но один хуй мы не убили, блядь. Ну что, так ДЦ диспелить умеет? ДЦ пал... Ну там, да, он просто... Вот вопрос такой был. У нас... Да, все, я понял. А это так работает? Прист хуярил масс диспел, но там прист был 257. Я понял, а там что ли так работает, что именно первая диспелится та цель, на котором дух? Ну да. Не-не-не, типа вообще так должно работать, да, чтобы не получать урон по рейду. Но как прист у нас был сильный, то есть с абсорбом у него анбаф 4к СПД, блядь. Так, а понимаешь, ты про что говоришь, прист диспелил масс диспелом, первый диспелился тот челик, который с духом? Да нет. Просто у масс диспел, мы стояли все в одной куче на первом фазе. А, все понял, все взрывались, но урон много не получали. Да, типа мы получали. Да как какой, а какой толк? Это можно просто тогда захиливать, ебать, оно на ходках эрдру захиливается. Просто нихуя не диспелить и захиливается. Метку поставил, лейте в метку. Либо если диспелить вот эту цель, которая красной рамочкой выделяется. Если рамочка не выделяется, кроме танка и второй цели, то либо на танке, либо на этой цели, на второй красной рамочке. Не, ну это если диспелить духа, дебаф спадает, да, типа. Ну типа... Там у кого прилетело и все, и ничего прохиливать не надо. Я вот два видел способа, либо диспелить. Ну диспелить ничего сложного нет, там, блядь, не надо. Либо не диспелить. Либо не диспелить, да, то есть просто ходками не захиливать. Жесткая тактика. Не, это все хуйня. Ты первые 5 боссов меня не интересуют. Вот мне интересно копыта и аран. А копыта вы не убьете таким сетапом? Почему? Ну, видишь, задушил нахуй сразу. А потому что у вас нет ДЦ, есть у вас? Да. ДЦ есть, хорошо, у вас нет вара, блять, который будет кливать. У нас есть пал, который будет кливать. Но только один паладин, и, соответственно, у вас в комнате кто будет жить? У вас... Ну, Рок там будет комнату закрывать у нас. Этот. Лок, Рок. Ну и третий, блядь, я не знаю даже кого. А да я могу типа шаман не убьет, типа маг. Ну, третий нужен друг в КД, кошу уроки, на него семечко кинется, и, блядь, на втором тоже будет семечко, и кинется комната на третьего. Так, ну, может такая ситуация произойти. Мало, типа, вероятность, но может. Вероятность как раз приличная там. Одновременно да порча на трех телах висит. Не-не, Рога-то кош снимает, там минута КД себя, семечко ему похуй. Это должно так произойти, что у него кош в КД и на двух метках семечки. Это, ну, прям маленькая вероятность. Вообще, типа, в комнату берут этого, блядь, мага, типа, вопрос только, чтобы у него было две глыбы, чтобы он ну, был. Да, я смотрел комнату, на любом закрываю. Он, понимаешь? Он глыбу даст, ладно, но глыба-то гипотермия, нахуй, 30 секунд, нахуй. Нет, нет, замораживающая глыба, которая противника стандает. А хули стан, дотка все равно же бьет, не? Ну какая разница, сферы-то ешь в этот момент, когда он тебя не бьет. Да ка, блядь, а чё бес так много бьет, дотка больше бьет, чем бес, блядь. Бес потом тебя отрывает. Да, ты туда магом заходишь, если маг не на хуле, не под щитом, блядь. Тебе сразу отрывает лицо. Ну я смотрел, на хантах закрывали, как бы, я не знаю, проблема особо нет. На контакт легко закрыть. Типа, это, короче, не проблема. Проблема в том, что мы еще не надрочились. Поэтому, ну, мы сегодня не будем траить копыта. Это долго слишком. Сейчас пока дойдем, пока все пронесем. Кто знает, может, мы сейчас все с первого трая разъебем. Посмотрим. По времени долго коробку носить. Поэтому в один день сложно все закрывать.
Да, Жан-Клод Ван Дам, Терминатор. Короче, душный шаман, бля, я не знаю. Но... Рейд прошел, 3 дня прошло после рейда, он начал писать вниз, блядь. О, блядь, вот не отбегает. Может, распался просто? Угу, блядь. IQ как у хлеба, говорит, ебать. Пиздец, нахуй. Его говорят, он душный, я говорю, да долбоёб он, блядь. Что-то еще настрочил. Посрались не из-за чего. Дети здесь приведут сюда. Из-за того, что у одного челика 200 IQ, у одного 20, нахуй. Вот и посрались, блядь. При том, что у меня 200, блядь. Да не, мне кажется, я правильно сказал. А он такой пишет, знаешь, типа, РЛ сказал, делай, как РЛ сказал, и завали ебало, типа. Ну, это терпилы такие. Ну, нахуй, он плюс терпила, плюс душный, плюс, блядь, IQ 300, пиздец. Ну, смотришь просто, как проходит от Каражан, там что-то затупили люди, там РЛ начинает так хуесосить, что аж стрёмно, что люди все это слушают и ничего не говорят. Даже если ты виноват, блядь, никто не разрешал тебе хуесосить. Ну как бы, ну тоже люди разные бывают, кто-то терпит, да, кто-то это, кто-то скажет. Не, ну я сказал, типа, а чё вы, блядь, не назначили просто метки, нахуй? 6 человек, 6 человек, нахуй. Чтобы они закрывали. 2 края. А какой смысл, ну, хуесосить людей? Типа, зачем? Тебе человек не выполняет свои обязанности, кикай его. Не, спокойно не, объясни, что делать. Это ты про то, что РЛ так должен? Да. Ну да, ну, просто там как было. Ну, я предложил эту тему, а РЛ такой говорит, ну, типа... Это, мы надеялись там, что закроют там, блядь. Залупа получилась, короче. Понадеялись и вайпнулись. А чё ты вчера на ВК не пришёл? Я на сутках был, я вот только пришёл в суток. Ага. Вчера неплохо было. Был бы авойт вар, думаю, ну бы убили. Ну, вообще любой авойт. Как сказать неплохо, ноль лута, блядь, просто лут говна вообще. Ну я имею в виду про то, как убивали боссов, в принципе, достаточно просто было. Сколько убили? Ну как обычно, 4 из 5. Манки умер. Просто что, например, там от Рёва все убегали, но Рёв забагался. Но убить нельзя было. Получил. Ну, Рэд, так извини, блядь, я не могу твою игру не держать, блядь. Ты когда, кстати, ВК собираешь 25-ку? На выходных. Не всегда в субботу. Бывает пятница, бывает воскресенье. Понял, но еще там я за лапчиком походил бы. Ну, обычно в 12 или в 13.00. Окей, понял. Так, давай это, маны ебанем, что ли, блядь. Тащи сюда, ждем. А чё, пойдем туда, в смысле, туда тащить? Да, мы там, блядь, сейчас застрянем, никто не отбежит от заскока коня. Здесь на такой ренжер, что ты успеваешь переогреть. Я на телеге. Смотри, блядь, Эрдру с телеги ебашит. Сука.
А ты в это, в North Mythology не хотел вступать? Кто есть? North Mythology на Альянсе. Нет, наверное. А, что-то мне показалось, там не было вообще. Не знаю, да я у многих гильдий был. Да, просто иногда, знаешь, времени нету, блядь, постоянно пьяный на РТ, блядь, многие не любят дорого. А, вот оно что. Да, тогда ясно все. Согрей еще тех, которые слева, чтобы починка была, я говорю, босса. А, Лунтик, разгрей лужу, пожалуйста, чтобы я свою не проебал, чтобы урона брать. Спасибо. Разлил уже. Что еще привезти? Не надо. Уже веду. Это риторический вопрос был. Накрутили DPS. Всем привет. Привет. Да, я забыл про Шамиль. Шамиль, опоздал. Ну, ой. Хорошо. Два тебя пиздят. Что так жестко они, блядь? Запулил второй пак, спрашиваю, что так жестко. Там второй пак, да, еще не помню. Да я не думал, что так жестко будет. Что у нас РДД? Да нормально, кстати, РДДшников. Даже много. Что-то вы как-то спулили, непонятно. Еще осталась пачка. Да что, странная хуйня. Войт, надо было еще притащить. Да, блядь, там гневка станула и съебался. Босса не заденьте только случайно там, не звездопадом. Челик этот, короче, который меня пытался задушить, ой, там, IQ хлебушек там. Ну, я ему понаписал хуйни, типа, о, да ты не душишь, оказывается, вообще, блядь, нытик, нахуй. Ну и, короче, он мне такой пишет, а когда тебя ульду просили релить, и ты молчал, типа, ну, типа, на меня надавить типа, захотел, такой, а, говорю, понятно все, блядь. Фантастическая история. Почините сразу. Рыбу ставлю, кушайте рыбу. Сейчас, ребята, иду, бью одну минуту, прошу, пожалуйста. Фласки на урон пьем. ДДшники и милики можете ничего не пить пока на этого босса. Все равно тут мало дамажить будет. А что тут на шаму такого? Ну, у нас тогда будет минус один ДДшник. Если ты на шаму да, снятился. И так убьем, в принципе. Не проблема. Да заходи, что? Ферстни. Побьем там на 4 минуты дольше. Ну и плюс мы на пула лишаемся. Ну, у нас рога. Рога же есть. Какой рога будет в РДД стоять? Заходи, заходи уже. Все равно никому эти наручи не нужны. По молниям с РДД зоны постреляешь. Надо Елема делать, короче. Кинешь чатик. Ой, это гильчат плюс. Так, ладно. Комментку поставлю. Все тут. Смотри. Сейчас бой начнется. Ты босса держишь где-то здесь в центре.
Ну, ближе вот сюда к квадрату. Встанешь сам в квадрат, босс у тебя будет рядом. Мы распределимся вокруг босса, чтобы диспелить духа. Дух улетает, мы его диспелили, дальше дамажим. Будет, когда перевод босса, мы все убегаем РТТ в крест. На сено никто не наступает, вот здесь в крест стоим. И начинаем дамажить босса. Танк в это время стоит на квадрате, на боссе. Милики стоят тоже в кресте. Вообще все, кроме танка, стоят в кресте. И все, и тупо бьем босса. Танк, когда... Что там, блядь, взрыв будет от босса, просто начинаю убегать. Там на ноге можешь убежать. Ну ты шаришь, да? Да-да, теперь. Я тебе буду говорить, там 5 секунд будет остается. Я все вижу, у меня все нормально. Отлично, сам тогда. Просто нихуя тактика галактика, блядь. Первый раз такую вижу вообще. А чё, тактика обычно? Никто не умирает зато. Ну и все, АФК бьют РДДшеры. Дольше бьем, зато никто не тупит и гарантированно убиваем. Третья фаза начинается, сразу не бейте, на пул только можешь побить. На пулят, поставят босса, секунды 3-4, и можете тоже вливаться. Милики, в принципе, советую вам не бегать, бить милизону. Хотите бегать, пока галоп в КД у него, но вы отвалитесь в любом случае, я уверен. Все. А что по эсбаунду, бля, сейф по... как сам увижу там засейвить или... Да, он тут вообще не нужен, сам сдавай, когда тебе удобно. Смони, монки, а чё рыбу затыкали? Ладно, монки без рыбы. Ой, затыкали, она пропала уже по времени. Да я его только ставил. Сколько прошло, блядь? 2 минуты прошло, как она пропасть могла? Всё, монки тут? Тут пафы скидываете массово. Мажем грудак, пьем фласочки и поехали. Сейчас распределитесь РДД друг от друга. Тотемы в центре поставь, чтобы не атакалось. Когда босса переводить будем на вторую фазу, всем нужно будет сбежаться в центр, чтобы не заевадился босс, я крикну. Танк, ну ты как не поел-то, ебаный стыд? Так затыкали, блядь, я и не успел. Ешь. Монки тоже покушай. Воет бахни какой-нибудь настой. Танк тоже. Так, ну что, саппорты или СПД? Ну, пей саппорты, наверное, лучше тебе будет. Танк, бах, не настой. У меня нет, я не купил ни фласки, ничего, я прям сыкал. Ну а как ты в рейд пошел, ну ё-моё. Давай, сколько голды надо? Сейчас я найду дело. А, блядь, сейчас, секунду. Ну, саппорт, наверное, лучше, да, если есть. Да, сейчас, да. Сто 15 голды. Да, нормально. Весь рейд на второй фазе в квадрат, да? Крест. А, крест наоборот. Спасибо большое. Все, распределились, встали вдалеке. Не вставайте прям, блядь, вот сюда вот нахуй, чтобы босс тут не охуел. О, блядь, стой, у тебя масло есть на СПД? Да ёбано, ну вы чё? Конечно есть, иди сюда. Рейдер ледяной коровы. Ну, ебать, нахуй, что? Смотри, время тратим на это. Ноль бутылок. Сколько оно там? 250? Да, 210. Похуй. Сейчас, секунду, тогда уже заберу, блядь, еще с банка. Вдруг кто-то вспомнит, блядь, что у него нет. Даю отчет и поехали. 5, 4, 3, 2. Набухивайтесь. Это вот он что сейчас клип словил? Скоро дух будет. Дух пошел. На сову? Ага. Дух 5 секунд. Готовимся, дух сейчас полетит. Степанин.
Все, в центр подошли, все в центр. Подошли все в центр, добиваю. Бежали в крест, убежали в крест. Не в... На сено не встаем. Все, поехали, РДД дамажим. Так, смотри за убеганием. Да, бывайте, Бэл. Но вы урон не поделили мне 109 капель. Где на него и нужно было убегать. Муля, ты же спросил, ты шаришь? Ты сказал, у меня все есть, я все знаю. Так я думал про третью фазу от глупо, типа. Есть Б, а все поздно умирать. Ну я про то и говорю. На второй фазе убегаешь. Видишь, челики били по-разному. Я вот. Мы, получается, так я стрелили. Сказал, на второй фазе убегаешь. Там сказал, я вижу все тайминги, я знаю, когда бегать. Все, теперь он проебался. Че, ты бегаешь? Бегал когда-нибудь? Че бегать, типа, блядь, под вертушку? Вот от этой, да, от этого вертушки выбегал. Ну, я понял, хорошо, просто я думал, вы имеете в виду по третьей фазе, типа, я там. По третьей фазе ты просто начинаешь бежать. Это понятно, все хорошо, я понял, ребят, извините. На третьей фазе смысл бегать, ты урона столько не получаешь, кушайте рыбу. Третья просто за спину забегаешься, и все, блядь, чтоб не шотнуть. Ну там даже если он тебя протаранит, тебе не шотнет, как бы. Тут получается на второй фазе мы стоим там, урона практически не лутаем. Тебе нужно, когда он кастует массовую, просто убегать куда-то в бок. Ты когда начинаешь бежать, он ее кастует, ты 100% успеваешь убежать. Поэтому я говорю тебе, время диктовать или ты сам видишь до массовой? Все хорошо, буду отбегать. Ты сам видишь это время или тебе говорить? Диктовать. Конечно, конечно, вижу. Не, не надо. Не надо, все нормально. Все нормально. И ты так всю вторую фазу бегаешь. Все, встаем на раш. Даю отчет. Сейчас дух полетит. Не вижу, на блядь, Мелика где-то. На мне. Дух 5 секунд. Сейчас дух полетит. На лунке, на монке, на монке. Ну что, блядь, за волк, сука? Центр встали все, центр встали. Все, метку убежали в крест. Все, поехали, босса. Отведи подальше немножко в метку босса. Да, я понял, ничего страшного. А, у нас же еще есть, блядь, монки точно. Да. Берегитесь. Беги, ДК. ДК. Ну я смотри, куда убежал, меня опять шел. Этого мало. Все понятно, короче. Можно просто захиливать. Дайте Б. Тихо, дайте Б. А, да, он нашотник. Этот сам. Можно просто захиливать и первую, и не диспелить нихуя. Вы охуете, как это легко, блядь. Стоишь, да, блядь, это легко. Ты у нас, мы сколько уже с двумя разными танками и ходили, все бегали. Тоже можно. В этот ебучий вихрь встань в жопу босса и просто на весь ряд. А нахуя? Там по 5000 урона по всем будет и все. Просто один выдрог. Мы уже пробовали, мы же ходили первый трай. Так уже делали. Я не помню, когда хилы был, и там жестко хилы. Ну я под конец сейчас, я прям под начало коста начал убегать и не успел. Нет, там 100% успеваешь. У нас без всяких телепортов, без всякого говна убегают люди. То есть тебе нужно не под начало коста, а до того, как он начал кастовать там за полсекунды, уже в движении быть. Так я уже и был, смотри, где я умер. Я умер вообще вот здесь, вот. Да ладно, все, забей. Умер, значит, сдох, все.
Получается, что? А, ну блин, ну ты, конечно, держишь босса-то вот так. То есть ты, когда бежишь через него, у тебя сокращается расстояние АУЕ. Тебе-то нужно бежать не к нам, тебе нужно бежать вот сюда или вот сюда, смотря где ты дальше от босса окажешься. А как он стоял? Ну, да. Он вот так стоял, а босс перед ним был, он сквозь него побежал. Конечно, ты не успеешь. Ну, вот смотри, как тебе надо стоять. Вот стоит босс в квадрате в ебаном, да? Ты встал на него на максимальный рейндж. Как только у тебя скиллы начинают красные гореть, это максимальный рейндж. И все, видишь, он начал бежать, ты уже кнопку влево жмешь, нахуй. Хуяк, два прыжка, все, ты выбежал. Вот здесь где-то. Хуяк, возвращаешься, тащишь его, блядь. Хуяк, переворачиваешь опять в эту сторону, опять ждешь. Хуяк, кас начался, ты уже на максимальном рейндже, уже два прыжка, все, ты здесь, блядь. Ну, я просто так... тактика такая, что от галопа никто не умрет, если танк не ошибается. Так это не галоп, это вихрь ебаный какой-то там. Я понимаю, я вообще говорю, что все стоят так, чтобы от галопа не умирать. Короче, а у нас этот самый, вот в этот столб вот так вот, как я вот сейчас стал, вот так танк стоял, конь тут стоял, блядь. А мы все вот тут вот стояли просто в очке. И просто не вейдился босс. Не, он не вейдился. Ну, бывает. Хуй знает, там то ли из-за пиетов сказали, то ли... Короче, ладно, похуй. Ну я чё? 5, 4, 3, 2, 1. А скорость на чарке это на тапке есть у тебя? Вырос ли скорость? Нет. Это ван без скорости был. Да он теридар, нахуй, не телепорт. Там КД-3. Пошел дух. В милизоне где-то. Без пальчика. А, блядь, я слишком близко один стою. Дух сейчас полетит, смотрим. Бля, они... На Кобе. В центр сбегаемся. Бежали с центра. Ага, добиваем. Встали в метку. А, живой. Педрилы. Что? Потому что. Ждем, что появится. Там говорят, то ли из-за петов, то ли из-за тотемов, нахуй. За какой-то залупой вейдится. Ну, никто. Тотемы стояли уже в центре, все ок. Пэт, может быть, да. Может, Пэт. Нет, Пэт со мной был. Вы пойми, почему, блядь. Такая хуйня. Льёт бесом. Даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Ты чё икаешь? Ну, глуханый. Я ж панда. Сдух? Угу, смотрим. Мили где-то? А, в РДД убежал. Он локло. Все, заметили уже сами. Вот долго так бежал, дух. Дух сейчас через 3 секунды. Смотрим. На Жене. На мне. Не знаю, зачем ты низик еще задал, конечно. Бежали все в центр. Все, убежали в крест. Дамажим босса. Берегитесь. Геру. Вот опять попробуй босса увести в квадрат. Чтобы он стоял в квадрате, а не в центре. Берегитесь. Внутри скоро муки будут. Уходи. Вот, все, так и бегай. Берегитесь. Муки 3 секунды, смотри. Ты
Оба, дай мне славил, пожалуйста. Муки 5 секунд. Берегитесь. Берегитесь. Муки 5 секунд. Муки 5 секунд. Берегитесь. Муки 5 секунд. Муки 5 секунд. Берегитесь. Муки 5 секунд. Когда добьем, никто коня не дамажит. Дайте набить агро. Только на пол. Муки 5 секунд. Берегитесь. Ждем. Бать. Давайте у кого есть? Что это, блядь, было? А, это муки, да, взорвались? Нет. А что с боссом? Голов. Бля, ебаный дырус, нахуй. Как он заебал уже, блядь. Берегитесь. Галопом летит. Странно. Сначала положит. Вообще странная хуйня. А что сейчас было? Голоп уебал, да, кого-то? Ну да, по всему рейду. Ну информацию о смерти проверьте. Кто из первых умер? Войтер, Крайт, Монки. Голоп. Голоп, голоп. Голоп, да. Ну кто-то домагнул, значит, и ой, он в нас сразу первой целью побежал. Я, наверное, просто так говорю людям, не трогайте его. Вот, блядь, ДПС по коню можно же посмотреть. Может, и заходки еще, да? Да. Ну... Но я успел типа ЛПшку дать, ну, хуй знает. Я думал, скорее всего, этой ШВД. Ты Т4 ударил, наверное. Да, да, да. Коба задел. Ну такое, тогда, короче, просто прекращаем. Я не знаю, блядь, раньше такой хуйни не было, ебаный босс, ну, блядь. Ну, блядь, просто повезло, бывают баги разные. Наоборот, не повезло. Кушайте, ну, убьем, да. Сейчас. Как на Гробулусе, знаешь, он когда метку кидает, лужу с челика в рейд, и одновременно еще слизней плюет, типа, весь слизняк, блядь. Такой баг тут тоже есть. Да, кстати, блядь, нормальная тактика с этими отбеганиями, я вам скажу. Ну да, нормально. Чисто танк ебется, рейд вала ебет. Сами придумали, ебать. Не, просто обычно стоят, типа, вот возле этой стены, все в одном кемпе, и РДД вот здесь стоят, а милики вот здесь. Давайте сейчас просто, например, ходками не обвешивайте танка, а там 5% у босса осталось на всякий случай, ну и не кидайте ничего особого. Давайте размещаемся вокруг босса. Так, все готовы. Даю отчет. А что там, кто, манки не зашел? Я, к танку заходи, тебя ждем. Покушай, там рыба рядом с тобой стоит. Пошел, едем. Танк поешь? Танк поешь.
Сюда я чё? 5, 4. Дух полетел. На мне. Око, ага. Кто так хорошо диспелит? Хуй там диспелит, блядь. Метка. Коба, скорее всего, как раньше. Красный фрейм становится и все. А, я не спорю. У меня нету такой хуйни, что красный фрейм. Вуду, я же говорю, вуду толк. Ну, это просто настроить надо. Не дух надо, полетел. Это стандарт вуду. В РДД на Аркрай это вроде, да. Там не надо настраивать. Красным выделяем. Бежали центр сбежались. Типа огромная челюсть. Да ёбаный ты пидор, блять, нахуй. Ненавижу этого хуесоса, сука. Ну тоже, да? Никто не отметил, почему, блять. Может, какой-то пет выбежал? Да это просто дырявый босс, блять. Не-не-не, он пет стоит в центре вообще. Дырявый босс. А может, пета наоборот надо не в центре? Сука. Я, это могла быть магма, да, наверное? Я тотему. Хуй знает. Даю отсчет, заходите. Я уже заебался припоты пить. Танк! Это не пей, да. Нахуй на этого босса припоты. Потому что я, блядь, сильный. Потому что я могу, да? Да. У меня просто... привычка уже, я не могу их не пить. Проебать припой. Дух полетел. Мили на Кобе. Где-то. На Кобе. Если Коба видит, зачем бы ему говорить? Или он не видит? Возможно, не видит. Коба, ты видишь? Дух сейчас полетит. Все диспелы, я туда. На Кобе. Дух полетел. На мне? На Жене. Бля, я почти успел тыкнуть диспел. Но Коба оказался быстрее, да? Давайте дамажим, не надо третьего выводить. Паза. Убежали с центр. Клики аккуратнее, сейчас буду разворачивать. Убежали в крест. Поехали. Геру, давайте. Берегитесь. Внутри скоро будет взрыв. Берегитесь. Да ну как, вы смотрите, где был, блядь. Ну, близко. Бэр, скинь локал быстрее. Чё ждём? Ну? Галоп. Тягайте от галопа. Уводи босса, сейчас муки будут. Я не могу его забрать. Ну убегайте сами в другую сторону. Сейчас поделят по хильте. Да, хильте, убегайте в это в квадрат, а он присядет. Да, не, минус 4. Значит, вообще был в углу пиздец самом. Видели же, где умер. Короче... Точно ты это, Женя, пробовал стоять в муках всем? Вот сейчас типа 8 челиков стояли, видел урон? Дело не в муках на этой фазе, а в галопе. То, что он бегает, и у него ебанутый какой-то конусный рейндж. Ты можешь вообще рядом с ним не находиться, а он все равно тебя задамажит, нахуй. Мы это уже проверяли. Муки — это вообще не проблема. Ебать, был бы тот душнило сейчас время, ебать бы он накрякал. Челик мне пишет, ЧСВшный нахуй. Ой, иди в НАКС нахуй. Сука. НАКС в актуале тоже нихуя не слабый был. Да, неплохой. В актуале где 60 уровень, да? Там, ну, там еще сложнее. Там вообще пиздец, нахуй. Сюда хоть попадешь еще, блядь. Пока, блядь, все это выформишь.
Мне этот босс начинает бесить, нахуй, что за хуйня? Да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Полетит дух. Нахожу. Ага. А только она уже, блядь, сука, сказали. Дух 5 секунд. Дух полетел. На локле. Центр разбежались. Всех поэтов, всю вот эту хуйню, шелупань, подведите. Ну, это ж шли в крест. Отошли, ждем, когда отведет. Ну, блядь, танк. О, все. Ждем, ждем, когда отведет. Мы поехали дамажи. Как, блядь? Ну, потому что я долго босса уводил, и конь посчитал, что танк стоит рядом с нами. И пробежался по другой траектории. Как, я дал, блядь, 2 ЛПшки, таунт не работает, что я мог делать? Ну, ребята хуярят, не дают агротия набрать. Не знаю зачем. Берегитесь. Чардж БШ покинуть тело, чардж БШ покинуть тело. Будем траить, если вы, блядь, не можете застопить на 1 секунду урон. Конус холода покинуть тело, тучка покинуть тело. Звездопад покинуть тело. Череда покинуть тело. Шаг сквозь тень покинуть тело. Рыба стоит, ебать, кушаем нахуй. Что прошлое? Съел рыбу, покинул тело. Съел рыбу, покинул тело. Было бы заебись, если бы с моих веток еще падал снег нахуй. У нас он набор хуярит. Я хуярю. Ой, бля, а есть джипс какая-нибудь залупа у кого-нибудь? Ну вон же мой ремонт стоит. Ну ты. Нет, блядь, мне нужен джипс для реги. Реги нужно. Реги, да похуй, без реги обойдемся. Самонять я сейчас быстренько куплю. А что в этом? Не знаю, накапываться будем. Натуре, у него нет. Ломобот еще не продается? Где хламобот? Да вот перед тобой, блядь. А, все вижу. Продается. Ну, запекаем. Все успели там покушать? Степанида не поел. Ну ладно, ничего страшного. Не умрешь. Даю отсчет. 5, 4. Танк. Блять, босс танк, повернул. Танк. Блять, страшно, сука. Сейчас дух полетит. На Степаниде, на Степаниде. Дух 3 секунды. На Кобе. Кома. Ну, видишь как. Охуенно. Центр сбежались. Это в тотемы всю эту хуйню подвели. Не дамажьте босса, когда переведется. Не дамажьте, блядь. Станьте в крест, ждите. Танк. Там лужа моя лежала. Забирай. Ебать. Ну как, блядь? Вот тебе его конус. Ну, блядь, видишь, ты просто... Не знаю, почему не можешь забрать босса. Просто его сейчас вообще никто не дамажил. Лужа пала, но ты вряд ли этот дамаг не перебьешь. Короче, вывод какой? Танк спит. Танк спит, пиздец.
Да смысле, ну я даю 2 ЛПшки, блядь, что я могу еще сделать? Да ты ну, пока, так, блядь, ЛПшки эти дашь. Он уже, блядь, 1000 раз, блядь. А что я должен сделать? Таунт не работает. С чем я еще должен набрать? Так, тебе, так в смысле, мы не били никто его. То есть ты слишком долго давал ЛПшки. Вот и все там. Если ты дольше секунды даешь ЛПшку, то конь выбирает другую траекторию. Ебать, думаю, тип нихуя пришел, нахуй. Вообще, вот сейчас прям ноль людей било. Никто не, ничего не наносил урон. Лужа, то есть, там дамажил этого ретрика, и все. Ну, блядь, ты лужу перебьешь на изи. Ну, босс на мне висел до конца из-за лужи. Ну, у нас первый раз такая проблема, если честно. У нас танки никогда так, как тебе сказать, не спали. А ты думаешь, что он без гильдии, блядь? Ай-яй-яй. Ну, сейчас я тебе сразу говорил, ищи хила, блядь, танканул нахуй. Смотрители хуй знает, как они стоят, может с каким-то бопом, блядь. Чё смотрите, там же изи. Или ретаунтить только что. Ну я имею в виду мишкой. Да, прохиливается. Чё, забегайте сюда. Сейчас поесть, локо. Куба аж настой выжрал. 5, 4, 3, 2. Я настой севера бахнул, да и все. Бля, страшно нахуй бить. Дух полетел. В милизоне где-то. А, любого диспель. Я не вижу. Я не вижу. Диспель танка, диспель кобу. Я диспельнул шапарда. Дух вообще на степаниду потом полетел. Дух ща полетит. Локал. На мне. Ты коба смотришь, у тебя какой аддон? Вуду? У меня камера. 50%, 50%. Убежали с центра, убежали с центра. Не дамажим никто, убежали крест. Лужа, лужа. На кобе босс, на кобе босс. Берегитесь. Нормально, все, блядь, ждем, все, дамажим, поехали. Блядь, ну пизда комнат, ты видишь? Блядь, но он сразу же прибежал на меня, ну что я должен был сделать? Берегитесь. Нет, там недолго. В центре с боссом. 3 секунды. Да, что у нас все умерли? А, да похуй бьем, че вы, блядь. Да и. У нас. Нет, там долго. Все на КД. Все понял. Бэры лежат. Короче, очень здесь... долго. В танке проблема, блядь, снег. Ну ты пиздец, блядь. Берегитесь. Снег, а у тебя ДД спек есть? На ДК нет, на варе есть. Ну на варе, че тебе КД вешает? Гов 2 танка, блядь. Мы, бля, его будем 500 лет бить. Да похуй. Ну. А что, дело не в метке, я переставлю метку, конь разбежится в другую метку. Тут нужно просто быстро забрать босса. А еще знаешь что? Ну это, конечно, сейчас, наверное, не знаю. Коба, не давай просто лужу там, блядь, я не знаю, там на 57% просто не кидай больше, лужу кончится и хуй с ним. Я метку? Не знаю, блядь, что это делать. А метку куда переставить, Аркрай? А какая разница, куда ты переставишь? Ничего не изменится. Тут сейчас вообще босс, блядь, пробежался по центру к нам перпендикулярно и нас все равно убило кливом. Ты понимаешь, что тут невозможно нахуй стоять? Ну там 120 градусов радиус, нахуй. 120. Ну да. Это вообще пиздец. И она ваншотит. Типа это не прохиливается. Не то, что типа как нарисована дорога у него 120. Это треть, считай, круга, блядь. Это, конечно, мои догадки, может там 110, блядь. Ну не 30 градусов как нарисовано, блядь. Блядь, забагалось, когда могли убить спокойно, пидораска. Ебучий тренер, сука.
Тренер, это когда нажимаешь, и босс умирает. Сука, было бы так, пришел. Пришел, кнопку нажал, босс лут отдал, блядь. ШМ, Волонир, нахуй, все дела. Ну и смысл играть тогда вообще. Да, Жан-Клод Ван Дам, Терминатор. Локал. Живой? Локал в ахуе, блядь. Локал спит.